Всем доброе утро, мои хорошие! Понедельник! Ой, я радуюсь. Я всегда на самом деле радуюсь понедельнику, потому что это рабочий день, и я люблю работать, я люблю свою работу, люблю свою деятельность. Но еще после болезни я впервые отвела Денечку в сад. Все хорошо, он уже выходные себя хорошо чувствовал, уже у него ничего не болело, уже ему ничего не капало. Ну, носик промываю, как обычно, мне кажется, раз в день, даже при здоровом, когда все здорово, здорово, промываем носик, да, там после прогулочки, как бы, ну, мы это практикуем. Вот, поэтому все подготовила, искупались, подстригла ноготочки, новенькие вещички какие-то одела. Вот, сказала воспитателю, так все прямо это увидели Дэню, все такие, ой, Дэню, привет, соскучились за Дэню, мне так нравится наша воспитательница, соседка, которая моя, вот, ну, прям видно, она всегда на улыбке, я вообще людей люблю позитивных, которые всегда на улыбке, всегда улыбаются, ну, понятно, что в жизни может происходить разное, но, знаете, это такая способность, мне кажется, находиться вот здесь и сейчас, да, когда где-то могут быть какие-то проблемы, да, но сейчас, например, да, там, ты с детьми, и ты улыбаешься, ты встречаешь человека, который, ну, тебе ничего не сделал, да, дети, которые рады тебя видеть, и ты их рада видеть, и ты улыбаешься, вне зависимости от того, что у тебя там, может быть, на душе происходит. Это крутая способность, на самом деле, нежели когда другие люди, например, да, у них там что-то сложное, и они все, они, ну, такое ощущение, что они то ли не могут скрыть это, то ли им нужно показать это наоборот, что у них все плохо, да, там, что, может, спросили, что они какие-нибудь запаренные там или еще что-нибудь. Вот. Ну, опять же, это все настолько так индивидуально, люди по-разному проявляются, но я в целом люблю очень позитивных людей, люблю, когда они улыбаются, вот, и когда они рады тебя видеть, когда у них какое-то в глазах даже некое «Ой, здравствуйте!» или «Ой, Денечка, привет! Давно тебя не было!» Это круто, это приятно, и он сразу такой улыбается, такой «Я в садик пришел, ему уже дома надоело здесь сидеть, мы крайне редко выходили на улицу, и то мы не гуляли, а чисто вот на машинке там туда-сюда вышли, да, и все. И поэтому, конечно, ему уже тошно дома, ему хочется уже поиграть с детками, мне кажется, и мне хочется тоже отдохнуть, выдохнуть, нормально дома прибрать, потому что когда он дома, я убираю, он разбрасывает у нас чистоты не получается. Вот, я впервые себе делаю кофе, бодрюсь. Я себя чувствую хорошо, уже нос даже не закапывала, как моя врач Лора сказала, что если будет там хуже или что, ко мне. Но нет, у меня уже голова не болит, я от головы ничего не пью уже 2 дня, и нос не закапываю. Ну, то есть раз в сутки, вот так я вам скажу, раз в сутки я снупом закапываю нос. И я даже его не промываю, потому что мне не получается промывать. Ну вот раз в день там типа промываю, но мне кажется, это я не промываю ни хрена, это я так балуюсь. Вот, ну просто как бы высмаркиваюсь и все хорошо, нос дышит, голова не болит. Короче, класс. Я рада, довольна, что все так закончилось. Ну ладно, неделя, хорошо не две. Вот, так что я продолжаю, в общем, заниматься делами, планов много, надо ногти сделать. Сейчас напишу маникюрщице своей, мастеру по маникюру, и, в общем, буду строить планы. Пришла вот так вот с садика и лежу, просто туплю уже 40 минут вот так вот, и просто втыкаю. Ну, я не просто втыкаю, я там в Инстаграме сделала анонс прямого эфира, сделала пост, там, сторис в YouTube записала, то все, короче, кучу всего сделала, конечно. На сообщения какие-то ответила. Но сам факт, что я сижу на одном месте, когда хочу безумно попить кофе, вон грею его, и хочу съесть бутербродик, я просто лежу и кайфую от того, что мне не нужно ни за кем смотреть, меня никто не зовет, и я как бы, ну, как это называется, не на фоксе, да, как это, не на стреме, просто вот лежу и просто хочется лежать. Видите, моя маленькая девочка тут. Моя хорошая. Кажи, я с мамой никуда не уйду. Никуда. Я вот тут привязана к ней невидимыми нитями золотыми. Не мои сладкие.
Ну что, мои хорошие, время провожу прекрасно, уже обед, я выпила чашечку кофе, заехала, кстати, не заехала, а зашла в магазин, взяла рыбку, вот такую вот, сейчас буду пробовать ее с маслицем, и, наверное, не буду делать себе вторую чашку кофе, а сделаю себе чая, но я еще эту не допила, чашечку кофе, настроение хорошее, досняла, Мила так смотрит на меня. Она так рада, что мы с ней вдвоем. Куда бы я ни села, где бы я ни припарковалась, она сразу смотрит, такая: мама, возьми меня на ручки. Мама, пообнимайся со мной. Так пристально меня вот прям взглядом. А если я сажусь и ей там это, она прям стоит такая: мяу-мяу. Ко мне на руки просится. Короче, она прям кайфует. Она прям залезет такая на меня, прям там обнимет меня и прям вот на мне спит. Счастлива. Мы давно просто с ней не сидели. Когда Денька дома, конечно же, я вся такая на взводе, она не подходит. Она куда? Ну, она подходит, когда я сижу за компьютером долгое время, думает, может быть, можно там полчасика хотя бы с мамочкой побыть. Вот. А так мало времени проводим. А, конечно, когда Денька в садике, мы с ней прям нежимся вообще полобеда, если я не занята. Лежим, обнимаемся. Вот она меня там вот так и так примостится, прям не знает как. Вот, настроение хорошее. Сейчас я выключила телевизор, я просто здесь Муз-ТВ смотрю. Музыка у меня играет. Ля-ля-ля-ля. А, еще я подготовила целую корзину того, что я собираюсь разыгрывать в прямом эфире. У нас будут разные темы. Кстати, планирую, вот с Кристиной уже планируем прямой эфир. Тематический прямой эфир уже пройдет, когда вы это видео увидите. Вот, кто был на тематическом эфире, сейчас я говорю это как кто будет, да, но на самом деле видео это выйдет, и кто уже был, кто был на тематическом эфире «Сильная женщина», всем респектос, вот, заведомо уже всем спасибо за мнения, которые будут высказываться, я, кстати, уже с утра с мамой говорю: мам, будет вот такое видео, такая тема, она сразу такая: о, интересная тема, а мне вот, ну, сразу свое мнение уже высказала, я говорю: ну, вот у нас тут, вот я думаю, что не совсем так уже, там, с мамой начинаем дискутировать, я говорю: ладно, давай в прямом эфире, сейчас покажу, что я подготовила на розыгрыш. Вот, смотрите, целая корзинка, что я собираюсь разыгрывать, это депиляционное устройство такое, вот, прикольненькое, ну, компактное. Всякие сумочки. Вот это, например, в Фикс-прайсе покупала. Ни разу не пользовалась этим. Это складная такая сумка-рюкзак. Она может кому-то пригодиться и под дождь, и под все. В магазине у меня продаются. Я прям с магазина, знаете, подоставала вещи. Думаю, да, разыграю. Все равно магазином не занимаюсь особо сильно. А вот такие вот две сумочки есть у меня. Они с ремешком. Одна, вторая с ремешком. Да, в магазине по три отсека. Дальше хайлайтер. Один у меня остался, вот я его разыграю тоже. Такая сумочка поясная, тоже разыграю ее. Вот такая поясная сумочка. Я ее как-то на Али заказывала, но также ни разу не одевала. Видите, там еще это, ну, специальная такая штука. Ну, вот может кому-то прикольно подарить кому-то тоже. Все прикольно. Косметичка вот такая. Тоже с моего магазина. Тоже новая, тоже на Али ее давно заказывала. Как раз таки вот для розыгрышей, для всего. Здесь кошелек классненький. Здесь вот тени. Вот такие вот. Опа-опа. Вот они. Такие красивые вообще. Ну, набор прям для каждого подойдет. Хороший наборчик. Здесь кошелек вот такой вот классный, большой. Там из этой серии маленький кошелечек. Вот, ну, крем для рук. Это вот вместе, я думаю, разыграть крем для рук, бальзамчик. Это для наушников такая штучка. В общем, в ближайшее время я буду вот это разыгрывать и буду на выбор, да, кто что хочет, чтобы я сегодня там разыграла, если у нас тематический эфир. А если не тематический, а специальный какой-то розыгрыш. Ну, я вообще думаю делать тематические эфиры и что-то разыгрывать одно. Вот, а девчонки будут выбирать. Я думаю, что даже и сертификаты можно разыгрывать, в мой магазин. Там на 1000 рублей сертификат, например. Кто-то что-то может выбрать, что понравится. Вот так. Так что всех жду в прямом эфире. А еще мы с Кристинкой уже сегодня созвонились, и у нас целый план Барбаросса. Вообще и эфир совместный провести, это как раз-таки этого эфира еще не будет, когда выйдет этот влог, поэтому следите за анонсами, и мы с Кристинкой прям, я думаю, мы такой заведем влог подольше, не на часик, а прям там на подольше, чтобы поболтать, сделать розыгрыш, обсудить какую-то тему, я думаю, всем будет интересно побывать, и думаю, много кто присоединится к нам в прямой эфир, вот, и
Что еще хотела? А, и совместные видео. У нас есть две идеи. Одна из идей это как раз-таки сделать реакцию, нашу реакцию на наше одно из первых совместных видео, когда я Кристину красила из черного в блонд. Вообще хочется посмотреть, вспомнить, как это было, да, и вообще вот как я выглядела, как Кристина выглядела, поведение наше, ну, в общем, нашу реакцию снять на это видео, мне кажется, будет интересно. Я делала опрос, многие сказали, да, давай. И вторая идея видео, такое мы еще, ну, не снимали, и будет, было бы прикольно, я сейчас не скажу эту идею, вот, но мы ее снимем, да, она будет такая совместная, часть на моем канале, часть на ее канале, я думаю, будет весело, как минимум. Так что ждите, я уже выздоровела, вот, так что в ближайшее время мы с Кристиной вместе прям плотненько подснимем вот эти все запланированные видео и эфир снимем. Девочки, рыба очень соленая. Вот я вам говорю, всегда покупаю соленая. Я не могу просто. Слабосоленая написано. Ну, ужасно соленая. Я даже лайма добавила, и все равно соленая. Я беру камеру, я на том же месте, хотя прошло уже много часов. Сейчас через полчаса уже будет прямой эфир. Я сидела все это время, делала заказ. У меня на втором канале планируется видеообзор. Блин, танцы, шоу-танцы, классное такое. Катя, мне так нравится, это хореограф Катя и танцовщица из команды Мигеля, обожаю. Прям нравится мне с характером, вот эта легкость, человек может позволить все что угодно. Я обожаю таких женщин вообще, просто обожаю, обожаю, кайфую, секс, напор, сила, мощь. Столько слов могу о ней сказать. Шикарная, шикарная бомба. Вот я сейчас смотрю на нее, она какие-то сценки делает, кайфую. Короче, я решила поесть. Есть я буду макароны, я Деньке делала макароны, много их осталось, поэтому надо подъедать, помогать ему. Сосиски мои любимые, и вот соуса ни одного нет, представляете, один соус низкокалорийный, буду его использовать. В общем, сейчас поем. И отправлюсь в прямой эфир, а у меня на фоне нон-стоп идет шоу танцы, потому что я очень много пропустила, прям месяц, наверное, уже идут танцы, я пропустила. Вот, сделаю чай и в прямой эфир, вот. Что, мои хорошие, я провела обалденный прямой эфир вообще по поводу сильной женщины. Из эфира я поняла, что у каждого свое понимание сильной женщины, поделилась своим мнением по поводу сильной женщины, кто такая и считаю ли я себя сильной женщиной, как и что. Смотрите прямой эфир, я могу ссылку на прямой эфир оставить под видео. Вот, разыграли у нас мужчина впервые в прямом эфире, представляете, это выиграл палетку теней. Вот он должен мне в инсту написать, для кого он вообще ее выиграл и как что, интересно. Сейчас я бегу скорее за малышом. Я в рабочке. Как видите, взяли продуктов. Вот это вот интересный магазинчик, точка вкуса есть у нас тут недалеко. И я взяла там компот кизиловый, взяла мед с какими-то крымскими травами. Сейчас перейдем домой, покажу, попробуем вместе. Итак, смотрите, что я взяла. Мы взяли опять печеньки вот такие, буковки нам понравились. Кто смотрел на втором канале обзор, я взяла вот такие вот бедрышко, цыпленку бройлера, ну, в духовочке запеку. Я взяла, решила попробовать как-то аппетитненько, вот так картофель томленый с мясом, овощами. Но выглядит классно, то, что я люблю. 2 минуты, вот раз, разогреешь и съешь. Девчонки не пробовали, которые продают там, но попробуем. В этом влоге, может быть, и сниму, может, попозже сделаю. Так, еще я заказала, блин, взяла вот такие крымские травы мед. Сейчас попробуем с вами с чаем. Как раз таки у меня весь мед закончился. Дэнни попросил молодую кукурузу, просто он любит есть ложечкой. Бондюэль. Вот такую вот какую-то на кассе увидели. Вкусную. Смотрите. Вот такой вот кизил. Компот из кизила. Я сейчас думала, что это вишня, а потом смотрю, кизил. Ну, короче, говорят, кизил бывает разный, бывает кислый, бывает сладкий, компот из кизила. Сейчас попробую, прям интересно. Я не знаю, вкус кизила какой. Так, это Денька взял, но он, по-моему, забыл про это. Сок взяли попить. И закончился сырок у нас. Вот на 1100 где-то взяла, представляете? Вообще ничего почти не взяла на 1100. Денька там киндер свой ест еще. Короче, сейчас попробуем компот первым делом, потому что я хочу пить. О, чупа-чупс нашел. Наливаем компотик. Мне интересно, кислый он будет или сладкий. Но я хочу пить безумно. Еще мне интересно, что у него все-таки за вкус.
Ой, запах свеклы. Но есть что-то свекольное, знаете, такое ощущение, что свекла, наверное, у каждого свое, я не знаю, просто кизил какого вкуса. Ощущение, что свекла и морковка соединились. И может быть что-то здесь типа яблока немного. Яблоко прям немного, в основном свекла и морковка. Это вот для меня кизил. Ну, такой кисло-сладкий, вкусный, на самом деле, вот именно по вкусу. Был бы он вишневый, было бы вообще замечательно. Взяла кизиловый компот, был бы он вишневый. Исходя из этого вкуса, я не совсем понимаю, кизил – это фрукт или это овощ какой-то. Реально, я чувствую овощи в компоте, я такого никогда не пробовала. Напишите, пробовали вы ли кизил, правильно ли я угадала вкусы вообще. Или мне какой-то компот попался левый. Ой, необычненько. Так, все, сейчас я раздеваюсь, переодеваюсь. Кстати, я чай сделала, вот его допила. Вот это обалденный чай получился. В этом же магазине «Точка вкуса». Я взяла варенье гранатовое. Что, помочь тебе открыть? Давай. Давай, тебе не получилось. Сейчас, мама, все получится. Всё. Давай мне. Давай, давай. Чуть-чуть мама помогла, а дальше сам. Короче, я брала там гранатовое варенье. И вот я сейчас сделала чай. Чай мне очень нравится. Я его брала в фикс-прайсе. Вот такой вот банана-сплит. Клубника-банан. Очень вкусный, мягкий аромат. Нежный, фруктовый. При этом чай черный. Добавила 2 ложки гранатового варенья. Само гранатовое варенье я пробовала на втором канале, кто смотрел. Все равно не получается. Еще чуть-чуть надо помочь. Ну, подожди, хочу тебе все руки шоколад. На. Кто смотрел мою распаковочку на втором канале «Точка вкуса магазин», да, тот смотрел, что я пробовала гранатовое варенье. Само гранатовое варенье вообще невкусное. Вообще граната не чувствуется, и чувствуется просто сахарный сироп. И просто косточки. Вот, меня это варенье немного разочаровало. Но я сегодня решила попробовать добавить это варенье, 2 ложки в чай, вот этот банана-сплит, и добавить небольшую дольку лайма, как видите. Это такой крутой вкус. Единственное, что я этот чай пила на шоколадку. Шоколадка черная с кусочками апельсина. Может быть, оно все вместе дало какой-то вкус, но чай был какой-то невероятный, правда. Я еще сегодня сделаю такой, и вот буду пить уже без шоколадки. Я вам скажу тогда, вот. Ну и мед попробуем вечером тогда. Пошла я пока переодеваться и разложу все в холодильник. Кстати, по поводу Денечки, сейчас легла уже, что-то этот зуб что-то разболелся, непонятно, знаете, бывает такое. Хотя у меня ни одного кариеса, что-то как-то такое, какое-то давление. Может, это от головы в зуб идет или с зуба в голову, непонятно, короче говоря. Это Деня в садике. Хорошо, я переживала, что, может, ему там нос высморкать надо. И сегодня забираю малыша, и воспитательница, говорю, нос, говорю, а он такой, что-то, мама, сморкаться. Я говорю, вы не сморкали? Она такая, нет, а что надо было? Она говорит, а быть, ну, у него не было, говорит, соплей, ничего. Он даже спал, говорит, не сопел. Ну, то есть он не просил, как бы, и не хрюкал, не сопел, в общем-то. И мы вышли такие, я говорю, ну давай сморкаться, сморкаемся, нет соплей, все сухо, сухой нос, и все прекрасно дышит. Вот, короче, все прекрасно. Дэнни, получается, и спал, счастливый такой, прощается с воспитательницей, на улыбке весь. И вот сейчас совсем по-другому. Вот пришел, поел, сейчас я ему набрала вот этого сладкого всякого всего. Кукурузку поел, печеньки поел, сок попил, такое. Расслабон. Она сказала, что он пообедал хорошо, поужинал. Ну, поужинал не очень хорошо. Что-то съел, что-то нет. Печень не стал есть. Какую-то пюрешку поел. Ну, в общем, вот. Сейчас пошел в комнату смотреть мультики. А я здесь танцы продолжаю смотреть. Вот. Расслабляюсь. Ну, время сейчас уже без 15:08, так как завтра рано вставать. Я его буду укладывать прям через полчасика уже, наверное. Искупаемся и спать. Я говорила уже, наверное, в этом влоге. Я, блин, и в Инстаграме говорю, и в прямом эфире говорю, и во влоге, я не знаю, сказала или нет, что в следующем эфире будет Кристина в среду.
часов в 4 мы заведем эфир. И до 6 мы будем в эфире 2 часа. Вот. Потом я пойду за мелким, за Дынькой. Вот. И в четверг уже повезу Кристину и на маникюр записалась. А, наконец-таки. У нее просто плотная запись у мастера. В общем, записалась. Наконец-таки. Хочу уже сделать ногти. Отросли. Вот. И с Кристинкой у нас будут видео. Я еду к ней снимать видео. Одно, второе. Короче, на ее канал, на мой канал. Короче, у нас куча идей. Все надо успеть. Все надо успеть за раз, два. За два дня. Да? Вторник, среда. Вторник, среда, да. Будем снимать. Надеюсь, вам понравится то, что мы для вас придумали интересненькое. Ну и во влоге, конечно же, увидите Кристинку. В среду, получается, будет эфир прямой у меня с Кристиной. А в четверг видит влог. Видит влог. Выйдет влог с Кристиной. Вот, а потом у нас будут совместные видео. Вот, такие вот планы. В общем, пока не прощаюсь еще с вами, может, что-нибудь... А, чай еще мы с вами будем пить, еще мед пробовать, так что еще есть нам чем заняться. Сейчас пока лежу, прям вот голова чуть-чуть, не пойму, зуб вот как-то странно, зубы все целые. А кто маму зовет? Дэня говорит, мамочка, иди со мной спать ложись, да? Полдевятого. Яблоко хочешь? Да. Яблочко и спать, да? Да. Хорошо, сейчас принесу. Ну что, мои зайки, уложила я Деньку спать. Что-то он очень плохо сейчас засыпал. Я не знаю. 8:30 он позвал меня, давай спать. Ну, в 9, ладно, мы легли, там полчаса покрутились, то все. А сейчас время 23:30. Ой, 22. 22:30 я пришла. Да, 1.5 часа он засыпал. Крутился, не знаю. А у меня, как назло, у меня непонятно, короче, то ли зуб болит, нос закладывает, и вот здесь голова как бы болит. Ну, и не поймешь, что из этого на что дает. Это зуб дает мне на все. Или голова дает на все, или нос еще дает. В общем, такое. Я решила выпить Колдрекс обезболивающее, плюс сосуды сужающие, да, или что там, чтобы насморка не было, чтобы не закладывало. Сосуды разжижающие. В общем, это лучше не месило, поэтому я решила Колдрекс выпить. Так, ну что, я сегодня плохо ела, поэтому самое время чуть перекусить. Я, возможно, не съем все это. Давайте посмотрим. Во всяком случае, попробую. Я вообще не очень люблю такие полуфабрикаты. Они, на мой взгляд, редко, когда вкусные. Понюхаем. Пахнет неплохо. Разогреем. Написано 2 минуты, типа разогреть, и все зашибись будет. Можно есть. Ну что, вот так вот, сидя у телевизора и смотря танцы, я съела все. Это оказалось вкусно, но мало мяса. Ну, хотя я не очень люблю мясо, особенно которое вот в таких вот вещах сделано, да, и мне было в самый раз. Много картошки, прям такой вот все соус, овощей я вообще там не почувствовала, мало. Но я люблю картошку. Люблю, когда это все густенько сделано, да, немножко мяска, там немножко какие-то там овощи, но они не крупные, да, может быть, мелко натертые, там, типа поджарки. Вот. Но в целом вкусненько, я прям поела хорошо. Я в какой-то момент хотела добавить сосисок, но не стала портить все это. Еще сметанки добавила. Было вкусно. Вот. Сейчас сделаю чаек и пойду монтировать. Так, ну что, начнем пробовать. Наш мед, вот такой вот крымские травы. Я вообще люблю мед, который такой, знаете, засахаренный, что ли, считается. Хороший мед, классный. Буду есть, пить. Но сейчас я хочу сделать чай, о котором вам говорила. Вот сделала сейчас чай. Вот он, банана-сплит у меня здесь. Сейчас добавлю гранатовое варенье. Вот оно, варенье, и я добавлю сюда даже, может, не 2 ложки, а 1 большую вот такую, или 1.5. Вот так вот,
сначала я хочу попробовать без лайма. Вдруг лайм это дает вкус. Просто вот варенье. Вкусно, слушайте. Да, он дает привкус какой-то интересный. Если добавить сюда лайм, получится вот тот вообще невероятный вкус. Вообще, я такого вкуса, честно, не пробовала даже никогда. Будет возможность, обязательно возьмите, попробуйте это все сочетание. Сейчас лайм добавлю. Ну, кинула лайм, и все-таки хочу попробовать вот эту штучку. Мне кажется, она классная. Я вообще люблю шоколад вместе с вафлями или печеньями, что-то такое. Ну, с вафлей даже больше. Сейчас открою, попробую. Как вкусненько, девочки. Классный, вкусный шоколад, плотная вафелька такая шоколадная, кайф. Короче, вот на ночь пью, ем, замызгалась уже вся в шоколаде и пойду спать. Фу, ну что, мои хорошие, я продолжаю смотреть танцы, я пью чай, все, я уже полностью наелась, время начала первого, мне уже пора идти спать. Заканчиваю влог, влог получился такой больше домашний, вот, но впереди немножко сейчас такой как бы сбой, да, и много времени нет снимать, такой получился мини-влог домашний скорее, да, вот, но впереди много интересного, я вам это точно обещаю, вот, поэтому немного меня, немного в домашнем, ну и прощаюсь до следующего видео, всем пока.